В Экибастузе отменили режим ЧС. Теплоснабжение в микрорайонах полностью восстановлено. Правда, это не означает, что в замерзших квартирах стало теплее. Аварийно-восстановительные работы в многоэтажках еще продолжаются. Специалисты говорят, что для восстановления нормальной работы системы отопления понадобится еще несколько дней. Ербол Абишев знает подробности. Все, сейчас по соседям в группу скинем и узнаем, есть, нет, плохо, ну нет. А так вроде, да, все пошло. Тепло пошло. Будем ждать. Жители Экибастуза надеются, что бессонные ночи в холодных квартирах больше не повторятся. Однако дома только начали прогреваться, и нужно еще несколько дней, чтобы полностью разогреть систему отопления. Всем жильцам спасибо, кто участвовал. Три дня, три ночи мы отогревали и пушками, и паяльными лампами. Ну ничего, вроде все позади. В жилом комплексе по Машхоржусупа 52 пошла горячая и холодная вода. Это результат успешно проведенной переврезки новой наземной теплотрассы во внутриквартальную теплосеть. После того, как на этих домах, которые были отключены, они прогреются, да, будет восстановлен нормальный гидравлический режим по стоякам, да, после этого надо будет уже заниматься наладкой сети и выходить уже на расчетные параметры. Но для такой температуры это уже за 90 градусов. В самом проблемном доме по улице Сатпаева 8 еще продолжают восстанавливать инженерные коммуникации. Здесь полностью перемерз километровый участок водопровода. Сейчас рабочие меняют трубы горячего и холодного водоснабжения. 70 домов, которые остались без теплоснабжения. То есть благодаря проведенной работе за эти дни, значит, все дома подключены сейчас к системе теплоснабжения. Кроме того, вместе разморозкой систем подводящих сетей теплоснабжения у нас появились проблемы, значит, с заморозкой канализационных сетей и сетей холодного и горячего водоснабжения. Режим ЧС в Экибастузе официально отменен, но в районе частного сектора аварийно-восстановительные работы еще продолжаются. Из 40 пострадавших домов половину отогрели. Подать тепло в остальные планируют уже завтра. Ербул Абишев, Женя Семербулат из Экибастуза, Хабар 24.